Из последнего мне нравится «Кавказский меловой круг». Это просто шедевр. Это до слез. Ведет себя прям по жизни вот так ниточкой, ниточкой, ниточкой. И заканчивает прям фурор, феерия. Просто счастье. Итак, она звалась Татьяной. Свет софитов и уютную гримерку она давно сменила на передовой фронт и стала кассиром. В юном возрасте Татьяна Найдинская пришла служить в театр актрисы, а позже выбрала для себя материнство. Но со временем поняла, что бывших театралов не бывает, и вернулась обратно. Правда, уже в другом качестве. А куда выйти работать, как не к любимым людям, которых я здесь всех знаю? Это мой любимый театр, здесь мои любимые люди, поэтому я здесь. Театр – это да. Здесь все друг друга знают, и я здесь работаю, потому что я их люблю. Подсказать, что посмотреть, подобрать нужную постановку и, конечно, познакомить с традиционными классическими пьесами – сегодняшняя задача Татьяны. Театр меняется стремительно, утверждает Татьяна, а вместе с ним меняется и зритель. У меня есть зритель. Это просто прелесть какая-то. Я его запомнила уже, потому что приходит мужчина. Он говорит, мне русская литература, 5 мест. Я говорю, хорошо. Следующий репертуар выходит на следующий месяц. Опять приходит этот мужчина и говорит, мне русская литература. Я говорю, хорошо. Когда он пришел 5-й раз, я говорю, а что у вас связано с этим спектаклем? Он говорит, этот спектакль для меня является тестом для людей. Если они прошли этот тест, значит, это те люди, с которыми я хочу общаться. Зрители меняются, они растут. Вот, например, роддом у нас. Уже мы сыграли 500-й спектакль. На этом спектакле выросло не одно поколение зрителей. И он всегда идет с аншлагом. И причем дети, которые приходили 18, теперь они уже своих детей приводят. Так что зритель растет вместе с нами. Как ты, Валюшкина? Да все в порядке. В первый понедельник марта театральные кассиры по всей стране принимают поздравления с профессиональным праздником. В 2009 году он прошел впервые в Санкт-Петербурге. Инициатором выступили артисты драматического театра Северной столицы. Сегодня отмечают профессионалы, театральный кассир – это лицо театра. Человек, который зачастую неосознанно открывает зрителю мир настоящего искусства. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События.